Привет, друзья! Совсем недавно мой канал перешел первый интересный рубеж 1000 подписчиков. Это значит, что я делаю полезное дело и делаю его не зря. Хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите мои обзоры и оставляете свои отзывы в комментариях. Кто-то скажет, что 1000 подписчиков – это мало, но ведь Москва не сразу строилась. Надеюсь, у нас все еще впереди. Ну, а чтобы отметить это событие, а заодно и приобрести новый опыт, сегодня мы проведем небольшой розыгрыш. Совсем недавно я обозрел новинку от компании Xiaomi – браслет Mi Band 5. Но так как я предпочитаю устройство побольше, то после обзора я просто положил его в тумбочку рядом с другими устройствами, которыми я не пользуюсь. Но потом я достал его и подумал, зачем ему лежать в тумбочке. Устройство интересное, и я могу отдать его, например, кому-то из вас. Собственно, что мы сегодня и сделаем. Итак, условия просты. Для участия в розыгрыше нужно первое. Быть подписчиком моего канала, на котором вы смотрите это видео. Второе. Открыть информацию о ваших подписках для всех, чтобы я мог увидеть, что вы действительно мой подписчик. И третье. Оставить один адекватный комментарий, не нарушающий правила YouTube и норм приличия. Также это не должен быть спам и тому подобное. Комментарии я сам проверю, и все, что я посчитаю неприемлемым, будет удалено без права участия в розыгрыше. Поэтому давайте, ребята, жить дружно. По времени заявки принимаются до 20.00 5 июля 2020 года, после чего я обработаю, возможно, пару дней мне понадобится на обработку ваших заявок. Дальше мы проведем стрим, в котором выберем победителя случайным образом. Условия конкурса я также напишу под данным видео. На этом, пожалуй, все. Всем удачи. Скоро увидимся. Пока-пока.